Скорый поезд сообщения Москва-Кропоткин прибыл на первый путь к первой платформе. Повторяю, скорый поезд сообщения Москва-Кропоткин прибыл на первый путь к первой платформе. Excuse me, простите, это Кропоткин? Да, Кропоткин. О, хорошо, я турист из Европы. My name is John. Я исследую небольшие русские города. О, интересно. А что вы можете порекомендовать из ваших красивые места вашего города? Красивые места вашего города. Yes. Да их полно. Сейчас мы тебе все покажем. Ваши, Кашот, Вазген, Джумшут, идите сюда все. Сейчас мы вам все покажем. Джумшут, Вачук, Вазген. Простите. Давай. Вот моя бригада. Это точно российский город? Ну, а что вас смущает-то? Ну, нет, ничего. Все хорошо. Так. Смотри, Джон, меня зовут Руслан, давай знакомиться. Nice to meet you. Вазген, Вачик, Ашот, вся моя бригада. Мы тебе все покажем сегодня здесь. И ты, самое главное, приехал-то к нам вовремя. Именно сегодня мы празднуем столетие переименования нашего города Кропоткина. И сейчас на главной площади города идет торжественное награждение. Награждение чего? Ничего, а кого. Пойдем, мы тебе сейчас все покажем. Пойдем, пойдем. Okay. Давай, вот сюда нам надо пройти. О, отлично, как раз таки работать-то не очень хотелось. Дамы и господа, мы приветствуем вас на празднике. Апреля 1921 года, ровно 100 лет назад, на основании декретов ЦИК и постановления Кубано-Черноморского облсполкома номер 34, хутор Романовский был преобразован в город Кропоткин. Уже 100 лет наш город носит имя Петра Алексеевича Кропоткина. С этим именем город пережил непростые послереволюционные годы, Великую Отечественную войну и тяжкую оккупацию. Рос и расцветал, строился и развивался, преодолевал проблемы и приобретал славу города, где родился известный теперь по всей стране праздник День семьи и славу самого благоустроенного города Кубани. Более века солнце встает над нашей малой родиной. Это не город-герой и не миллионник, но... В нем есть и герои, и мировые рекорды, и свои миллионы. Город-труженик – это наш город, это наша история. Горожан и гостей праздника приветствует глава города Кропоткина Владимир Анатольевич Елисеев и председатель совета Сергей Николаевич Михайлюк. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители нашего города. Конечно же, в первую очередь хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения нашего города. Еще обычно в этот день мы всегда по традиции отмечаем День семьи. Эти два праздника, они настолько объединяют наших горожан, что каждый из нас может смело, с гордостью сказать: «Я живу в этом городе». В городе деятельности. Массовые гуляния. В этом году 45 лет отмечает город со времени открытия Дворца культуры железнодорожника. Сейчас это Дом культуры города Кропоткина. Директор Алексеева Ирина Александровна. Дворец культуры железнодорожников. Красивое, уютное здание в центре города. Современная конструкция и сейчас отвечает всем современным требованиям. Менялись директора и коллектива. Осталось одно неизменным. Дом культуры – это не только место, где проходят праздники и тематические встречи. Это культурный центр города. Это место, которое объединяет всех жителей нашего города вне зависимости от возраста. 45 лет со времени образования Народного хореографического ансамбля «Росинка». Руководитель Степаненко Наталья Николаевна. Если в большом зале до конца свободных мест и в пробках стоят стулья, то можно с уверенностью заявить, что выступает на концерте Народного хореографического ансамбля «Росинка». То яблоку негде упасть. Также в этом году 45 лет со времени создания Народного хора линейных казаков «Раздолье». Руководитель, хормейстер, заслуженный работник культуры Кубани Перевалов Александр Сергеевич.
Все, кто знаком с домом культуры города Кропоткина, наверняка знают, что одним из самых заслуженных, старейших и популярных коллективов является народный хор линейных казаков «Раздолье», история которого насчитывает уже 45 лет. Все эти годы хором руководит его создатель, талантливый музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Кубани Александр Сергеевич Перевалов. Научился, как ребенок ты, но все не мог забыть той прозрачной высоты и лететь по белому свету, став одним движением ветра. Как и все вокруг, незаметно будто в сказке.